17 главы первой сканди Бхагавата Пураны. Два интересных композита Дандахастам, Нрипаланчанам вышел. Да, вот Раджа, там Раджа, царь Парикшит, он увидел некоего Вришала, это Шудра, увидел Шудру, и вот Шудра, который был Дандахаста и Нрипаланчана. Ну вот, да, что такое Дандахаста? Вот перед нами как раз вот пример тех не очень часто встречающихся Бхагаврия, о которых мы говорили, как раз именно Вьядикарана Бхагаврии. Да? И здесь оба типа Вьядикарана Бхагаврии, которые вот даны в нашем конспекте, ну, собственно, которых их существует только два типа. Да, вот Дандахастаха. Да, и мы опять делаем самаса виграха. Да? Дандаха хасте ясья. Да? Данда палка, в руке которого палка. Там вришалам, вришалам, этого шудру, дадриши, царь Парикшит увидел. Да? То есть, да, ручно-палочного, да, дословно. Но это уж совсем так звучит, да? Смешно. Да, тот, значит, шудру, у которого была палка в руке. И вот именно это у нас Вьядикарана Бхагаврии. Помните, их всего два, может быть, типа, да, с локативом во втором члене, да? Пурвапада – это первый член, то есть левая часть, и уттарапада – это часть или член второй. Да? И вот с локативом это Дандаха хасте ясе. Это также совершенно как, например, если помните, да, нет, не Питам, как бы сказать, там не Питамбарам, а Шаши Шейкарам, да, Шаши Шейкараха Рудраха, да, это Шаши Шейкаре Яся Са Рудраха, да, Шаши Шейкаре, да, месяц в руке у которого, на макушке у которого, да, а здесь Дандаха хасте ясе, там Вишнандатриши. Вьядикарана Бхагаврии. Видите, какой хороший пример. Так, значит, следующий пример. Нрипасева ланчанам. Да, вот что такое нрипаланчанам. Это нрипасья ива ланчанам. Ясья там нрипаланчанам шудрам или вришалам датриши. Да? Царь увидел шудру, у которого... Это второй тип Вьядикарана Бхагаврии с генитивом в первом члене. Да? И в первом члене, опять же, сравнение. Нрипасья иваланчанам ясья. Тот, у которого был знак, подобный царскому знаку. Да? Нрипасья иваланчанам. Помните, мы брали такой другой пример в нашем пособии. Чандрамукхам. Чандрамукха Рамаха, да, это, Чандракантихи Рамаха, да, это Чандрасья Кантир, Чандрасья Ива, Кантихи Рамаха, да, и согласно еще грамматическим пособиям, иногда некоторые грамматики расширяют эти такого типа Бхагаврии, как Чандрасья Кантир Ива Кантир Рамаха, Ясья. Рамаха, да? То есть тот Рама, который обладает красотою как бы луны. Да? А здесь у нас Нрипасья иваланчанам, ясья там, нрипаланчанам шудрам дадриши. Он видел шудру, у которого был ланчанам, то же самое, что лакшанам, и лакшанам и ланчанам, вполне может быть, что это даже как-то сходу так вот не подумал, думаю, может быть, это прокритизм, ну, в общем-то, вполне-вполне санскритское слово, но, может быть, древний прокритизм в санскрите. Лакшанам, ланчанам. Да, может быть, и прокритизм. Но в любом случае он есть в санскритских словарях, да, тот, у которого знак, подобный царскому знаку, да, то есть у него был в руке не царский знак, а знак, который напоминал царский знак, да, вот. Это такой вот нюанс, который надо всегда учитывать при переводе именно такого типа Бхагаврии, Вьядикарана Бхагаврии с генитивом в первом члене. Да? Там обязательно будет сравнение. Да? Увидел шудру, у которого был знак, подобный царскому. Так.
Дальше следующий пример из Бхагаваты, следующий шлоки. Дадрише, там все конструируется, там самого дадрише нет, но все это конструируется. Царь увидел. Кого он еще увидел? Вршам мринала дхавалам шудра таритам. Да. И у нас мринала дхавалам, опять же, тот же самый тип, ядикарана бхуврии,